Чувашии начали готовиться к посевной. Площадь под урожай в этом году увеличится и составит 560 тысяч гектаров. Половину посевных площадей займут зерновые и зернобобовые, 38% – кормовые культуры. Остальное – картофель, технические культуры и овощи. Неблагоприятные погодные условия прошлого года отразились на качестве зерна и пшеницы. Зерно третьего и четвертого класса занимает порядка 30% от общего объема. Исправлять ситуацию планируется повышением плодородия почвы. Озимые под урожай 2018 года посеяны на 80,5 тысячах гектаров. Их состояние опасений не вызывает, отметил министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов.